Мы получили новый вид геометрического пазла, вот в такой синей красивой коробочке, и хочу вам показать его поближе. Этот пазл, здесь рекомендованный возраст от 36 месяцев, то есть от 3 лет, но он достаточно сложный, и объясню вам почему. Здесь входят у нас деревянные детали, их достаточно много, разных форм, такие они достаточно хороших размеров. Да, хорошо прокрашены достаточно. Итак, и у нас есть очень большое количество карточек с заданиями. Их просто огромное количество. Все эти карточки двухсторонние идут. Они из такой плотной бумаги, но это не толстый картон. И они идут разной сложности. Здесь я вам показала, это самые простые, да, то есть у нас идет яркий рисунок, и пунктиром обведены формы, которые нам нужно, необходимо выложить. Вот таким образом мы выложили машинку с мельницей, да, и грузовик. Далее у нас есть карточки, уже более сложные, на которых у нас указаны детали, которые нам нужны для того, чтобы сложить определенный рисунок, да, выложить на самом поле. И следующий вариант, это уже вообще мега сложный, да, то есть ребенок в 3 года точно не справится с таким заданием, это ближе уже к 4-5 годам. Здесь у нас есть формы, чтобы заполнить полностью белое пространство на нашей карточке, но у нас нет их количества. И таким образом это достаточно много форм идет. Разных, да, очень сложные у нас есть здесь картинки, вот робот и так далее, то есть их много. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что здесь указаны фигуры, да, но мы не ориентируемся на цвета, ориентируемся только на саму форму и количество. Таким вот, допустим, здесь у нас идет два желтых кружочка нарисовано, но в комплекте у нас желтых кружочков вообще нет, у нас кружочки идут конкретно в этом наборе красного цвета. И так в разных наборах они по-разному, поэтому мы сразу же показываем ребенку, что нужно ориентироваться только на форму. В принципе, этот геометрический пазл заслуживает внимания, потому что очень большой объем работы, заниматься можно, можно просто давать ребенку играть, да, как головоломка, или использовать вот именно на занятиях. Очень много деталей, шаблонов. Он прослужит вам очень долго, а цена на него очень и очень приятная.